Шалом, Хаверим. Вот немного экстрима. Никогда так не поступайте. Вот едва не утопил технику. Ну, короче, утопил, считаю, наполовину. Вот весь вымок, как собака. Или как нет, как нерпа какая-то. И вот сейчас тут проявлял чудеса смекалки. Кое-как вырвал я его. И вот сейчас. Главное, что я подумал, объеду и там, не чтобы протоптать там вот по тому следу, думал, в обход эту полынью проеду. Хотел сэкономить. Так что, друзья мои, никогда не экономьте. А если уж экономьте, то чтобы это было наверняка. Фу. Аминь.